Доброго времени суток, дорогие детишки. Что-то мне это совсем не нравится, откровенно говоря. Silence. Do not startle or upset acquisitions. No. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Да что на него смотреть, на это море, а вот оно плещется. Так, что? Так, что за херня происходит? Хочу ли я знать? Нахер. Что это? Что тут вообще происходит? Что это за катакомба Кремля? Кто все эти люди? Налево, направо, направо, налево. Хер его знает. Я еще не определился. Это кольцевая, надеюсь? Да, это похоже на кольцевую. Косарь этот заткнулся снаружи, блин. Блин, еще ниже, куда же ниже-то? Слышь, свинья? А ты мне не товарищ нихера, иди-ка ты нахер. Блин. Почему так мало места здесь с этой свиньей? Можно мне отсюда уйти? Куда-нибудь. Быстрее. Нафиг. В любом направлении отсюда. Нафиг. Так, что-то я заблудился, походу, уже здесь. Что-то это не к добру. Ой-ой-ой, что-то это не к добру. Где я? Где тут встать-то? Бегом! А, включи фонарь, дура! Блин, твою мать! А! Иди нахер, свинья! Вот паскуда. Она же специально меня там ждала, блин. Свинья. Свинья. Я резко перешел в иудаизм. Ем только кошерное. Свинину не ем. Угу. Что они с этими свиньями-то вообще? Что это? Зачем? Почему свиньи? Почему свиньи-то? Почему свиньи? Это я здесь был? Зачем я сюда пришел? Да я здесь определенно был. Ну и на какой хер я сюда пришел? Да, это где я заряжал эту штуку? А не понял. А на кой хер? Подождите. Или мне там надо было что-то сделать? Или нет? Нафига? Нафига, блин, я вот этот круг как сделал, обошел? Зачем? Что? К чему? Я там ничего не сделал, я открыл ничто, я в церкви только зажег этот костер, ну этот, печку. И что мне это дало, блин? Не понимаю.
Тебя нельзя крутить, да? Или эта дверь была раньше закрыта? Которая со свиньями. А, ну я здесь, получается, тогда не был. Окей. The fuck? Кто все эти люди? В оригинальной амнезии хотя бы рассказывали, ну, там, сюжет, Даниэль там, этот, граф там, или барон, кто он там был там. А тут что-то как-то не очень. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government, they make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion with only a small sacrifice. Заткнитесь, а? Hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Да тут какие-то очередные антиглобалисты, я так посмотрю, засели. Так, что-то не к добру, у меня фонарь там светился. А, я так понял, что это к появлению свиньи, блин. Зашибись. Это определенно к появлению свиньи. Она еще что-то там? Нет, это мое. Это пятно на моем сраном мониторе. Сука. Слышь, свинья, не подходи ко мне. Как-то она странная, на электричество действует. Свинья. Что-то мне вот эти окрестности смутно начали стабильно напоминать Биошок. Почему бы это? Вот бы узнать. Ну и куда? Вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Куда свинья ушла? Я не хочу вниз. Не, я не пойду вниз. Я хочу вверх. К свету. Я хочу взять свет. Возьми свет, свинья! Да не надо мне журнал, блин. Вот, блин, окошко вот можно крутить, да, значит? А бочку с пола взять хер. По всей морде. Как так-то? Что там происходит вообще? Тихо. Никого нет дома. Еще и много свиней этих. Зашибись вообще. Так, а мне, значит, под низ надо поднырнуть. Под пистоны. С какой целью вообще эти ящики вот открываю, я вот не могу понять. Трутниц тут нет. Записки мне эти. Похер вообще. До одного места. Прям скажем. Шик. Закройся обратно. Ничего, да? Ну, я так и подумал. Что еще тут у нас может быть? Я могу что-то пощупать. Что я мог только что? Стул? Пу. Не хочу я щупать стул. Это совершенно лишнее. Вдруг это чужой стул? Я и свой-то щупать не особо хочу, а тут чужой. Нафиг это надо, правильно? Так, ну, похоже, надо идти вниз. Зашибись вообще тема. Шикарно. Шикарно, блин. Сколько у вас там свиньи? А, еще и в позу бегущего кабана надо обязательно принимать. Шикарно, еще раз.
Так, это какой-то сраный пазл. Зашибись вообще, отлично. Зашибись, пацаны, вообще, ребята. Что бы это значило? Я вижу, что один, спасибо. Спасибо, что нам, наверное, сказали. КГАМ, говорят. Окей. Окей, видимо, это уголек. И вам еще надо уголька или хватит этого? А хер его знает. Видимо, хватит этого. А, есть еще уголек. Окей, сколько там уголька у нас? Что-нибудь более изобретательное могли бы придумать хотя бы? Раз, два. Два уголька. Я не знаю. Видимо, поскольку ничего не случилось, надо еще. Не зря, что тут уголек лежит. А, тебя уже выключить нельзя? Шикарно. Шикарно. Ну и шо, блин? Или ничего? Ну ладно, будем считать, что ничего. Вдруг дверь открыта просто. Без затей. Пистон контроль. Рум. Так, 2, 4, 6. 6 надо еще включить. Окей. А здесь 3. Нет, мои фурнасы не зафуилены. Нифига. Где остальные две фурнасы? Три. Ну. А. Это такие двери. Шикарно. Оп. Ой. Верни уголек, падла. Оп. О. Так. И шестую. Тихо, блин. Шесть. Как туда попасть? Где дверь? Ага. Эх, свинья. Чувствую, ты тут будешь. Там дальше что-то есть? Ничего нет. Меня это очень радует. Очень-очень-очень радует меня это. Раз. Все, одного хватит. Надеюсь, что хватит. Нет. Окей. Не хватит, так не хватит. Я знаю, где взять еще уголька. Кстати, здесь нету его? Чтобы далеко не ходить. О, есть. Ля-л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 я
Есть такое дело? Есть такая буква в этом слове? Я не хочу знать, что там происходит. Мне похер вообще. Дайте мне нажать на рычаг, и я уйду отсюда. Не дожал. 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 И что, блин, это дает мне? Я пока не знаю.
Видимо, что-то случилось. Я надеюсь, вот эта решетка просто без затей открылась. Видимо, да. Видимо, она просто без затей открылась. Раз свинья здесь бегает. Бегущего кабана позу принял, побежал. Ёпта. Что-то мне все это совсем не нравится. Это вообще не нравится. Я ни черта не вижу здесь. Конвейер какой-то, блин. На который даже запрыгнуть не могу. Почему-то. Слышь? Нортон, блин. Свинья, ты где тут? Что мне делать надо? Что мне делать надо? Что мне надо делать? Я уйду. Блин, я нихера не понимаю. Я нихера не вижу. Что происходит? Что, блин, происходит? Блин, на ящике я запрыгнуть не могу. Это что за херня? Это ничего? Или могу? Или что? Мне надо конвейер как-то запустить? Где кнопка? Я не вижу кнопки. Кто-нибудь видит какую-нибудь кнопку? Я ничего не вижу вообще, блин. Где эта скотина? Где? Что-нибудь. Да блин, хватит моргать, я ни черта не вижу и так. Так, я вижу свинью. Она меня не видит. Нет, она меня видит, блядь. Что мне делать, я не знаю вообще здесь. И когда свинья еще рядом, все мыргает так, что нихера не видно вообще. Ну кто так делает? Куда мне бечь? Сюда мне бечь? Нет. Не сюда. Я вообще по кругу хожу или нет? Я не понимаю. Я не понимаю реально, по кругу я хожу или нет. Это я моргаю или... Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю ничего. Где это? Что это? Можно мне уйти отсюда? Ура. Хочу ли я сюда приходить? Я не знаю. Но я об этом узнаю в следующий раз. А на сегодня все. Шерите лайки эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложения. Наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.